Наступний учасник був на іншому шоу «Україна Got Talent». Я йому сказав: «Женя, приходь на X-Factor». Він може бути або козирним тузом, або навпаки, той, кого не зрозуміють і скажуть «ні». Мені Україна дала вже дуже багато. І я постараюсь схватити це зараз взагалі руками. Так, і постаратися використовувати все, що мені вже дано. Тому що навіть мама говорить: «Жень, ну насправді, ти ж беруч так не поєш. Ти ж як-то не так поєш». Правда? Я думав, задумався. Ну, точно, тут я як-то більш відповідальніше ко всьому підходжу. Слава старих мені! Еще чуть-чуть. Еще шажок, и будет хорошо. Еще. Ну, пускай уже из этих шажочков 100-метровка. Но зато это мой такой багаж, что меня уже так просто не собьешь. Я готов. Я хочу это. Наконец-таки это где-то нужно применить. Где бы это применил? Дома? Перед котом? Он уже насмотрелся. Привіт! Добрий вечір. Женя, Томас, Ігор. Дуже приємно. Як себе маєш? Немножечко волнуюсь, звісно ж, тому що почему-то, к сожалению, кожен день перед Томасом не пою. Не, почему? Интересно, почему? Какая песня? Я заранее предвкушаю, что это будет что-то, чего я могу даже и не знать. Ну Женя. Да, это, как всегда, будет хит, который никто не знает. Почти. С Женей завжди называется «Разучиваем песню». Сати Казанова «Потусторонняя». Ну, песня реально не хит. А теперь я насправді хочу послушать. Давай. Могли бы укрываться одним одеялом и долгими зимними вечерами вслух бы читали друг другу романы, как пары в метро по ночным коридорам несемся вдвоем мы и рвемся на волю. Мы эти двое, что чем-то похожи, крыльями, что ли, рисунком ладони. А после однажды могли бы поверить, что наша любовь словно флагом на крыше. Я каждое утро спускаюсь на землю. Потусторонняя, ты по ту сторону от меня.
В одной постели могли б укрываться одним одеялом. Спасибо. Спасибо большое. Вельно. Дуже цікаво. Цікаво. Жека, мы будем думать с Томасом. Спасибо большое. До встречи. До свидания. Спасибо. Такое чувство, что на мне шуба одета, мне так жарко. Да. Ну как? Страшно. И такая обстановка камерная. И не будешь как бы всем своим, всей своей силой и мощью поражать, убивать. Ну как-то могут люди испугаться. Поэтому был достаточно статичен, но надеюсь, что вот все же вот это не спрячешь. Будем ждать результат. Спасибо, очень приятно. До свидания. До завтра.